Непонятные ключи. Это непонятно. Это яйца какие-то. Наверное, муравьев. Да. Навозные муравьи. Это делают их в дом, муравейник. Муравейник. Берут откуда? Ну, берут ненужную доску, непонятную, с коротой, ничего не можно сделать. И вот так собирают такую штуку. Потом оттуда берут такую штуку, и что там вливает какую-то тоже жижу. Потом на эту жижу так делаем. Ага. И сначала это не делаем. Эти края. А потом уже делаем края. Наливаем воду. Нагреет. А тут я муравьи. Наливаем воду, а потом так закрываем. А уже открываем это быстро. И муравьи поэтому идут туда. Вот так смотрят, как они через это идут. И вон туда. А там закрыто все. И стеклом. Вот этим. Ну, стеклом. Так. Ну, понятно. Угу. Вот так. А вот это муравейник настоящий. Вот это сам, наверное, или термит, или обычный муравей. Да. Сначала она такая, потом такая, потом такая. Это разное пчелы. Вот пчелиник. Ну, я знаю, что это такое пчелы. Я про них знаю. Так, волки. Где что-то там? А, это дело давно. Следы какие-то. Разные следовники. Да, барашек. А у барашков, ну, у них что-то другие следы, а ты рука человека. А у баранов-то? Так, такого нету. Да, понятно. Такого нет. И какие-то другие. А, ну ничего. Что-то это непонятное. Да. Вот уже. Звезда враг. Она может они бывают, когда ты в них не участвуешь. Это вот так всасывается, и вот так колется. Там ток идет, и вот так ударят по руке. Но человек не умирает, просто ударят по руке. Да. Угу. Все. Это больно. Ну так, он не враг. Но это настоящий. Это какие-то, ну, ракушки без моллюска. Это, как всегда, свинок настоящий. А это другие ракушки моллюска. И это тоже моллюски, и это, ну, это ракушки. Свинокушки. Вот это, ну, это, наверное, касатка. Похоже. Но это черепаха, дельфин, тюлени там и еще что-то там. Но голуби враги. Вот они пыль разводят и все. Да. Ага. А пыль вредная для человека. Понятно. С пылесоса, да. Так. А вот это паук, как всегда. А это смотрит на птицу. Она смотрит вот на этот цачок. А она туда куда-то смотрит, на белое что-то. Ну и давай дальше. Вот это Марс. Это сверху. А, это показывают Марс и глубину. Это Марс разве? Внутренняя, ну полувнутренняя часть, она такая, голубая. Это бабуля рассказала, что это Марс. Там знаю. Да мы с папой смотрим, не откликай нас. Так, это как бы, ну это на земле луна вот. Ну, я не знаю. Этот наш самолет уже в космосе, только вышел из космоса. А это другой, другая аппаратура. Ну, чужой. Стратосфера. Да. Ну, это реклама, это... Что? Это же реклама, да, не то?
Луна. Это тоже Луна. Что здесь беленькое? Это правда. Это Луна. Это Луна? Это кратер какой-то. Наверное, Коперник. Наверное, да. Скорее всего. Коперник, он глубокий. Это реклама, это реклама. Вот. Вот смотри. Земля. Потом. Земля. Это Меркурий, это Венера, это Земля. Идет... Подожди. Меркурий, Венера, Земля, да. Марс, Плутон. Нет, это не Плутон.